набережной реки Фонтанки, дорогие друзья. Город Санкт-Петербург. Итак, посмотрите внимательно на улицы этого древнего питерского, Петровского города. Основано около Ладожского озера, где часто идут ветра, пасмурно и льют дожди. Дорогие друзья, перед вами Юсуповский сад. Мы находимся в самом центре Питера, недалеко от Исаакиевского собора, примерно в часе, если пешком идти до него, и недалеко от Эрмитажа. Но те места мы не проникаем, так как мы там бывали. Посмотреть не такие известные места в Питере, которые вы любите посещать. Мы посетим другие места. Интересный, но рядом вот такие мусорки. В принципе, и в реке плавают пакетики вместо лебедей. Ищем, куда бы нам присесть, мягонько. Что с вами, дорогой друг? Мягонько. Мягонько? Пошло. Что, бычик это? Грязный. А скамейки все грязные, поэтому... Так, дорогие друзья. Вот он наш термосок, который сюда нас... Господи, ты будешь каждый шаг снимать? Выручает. Мы сейчас и попьем чайку из него, дорогие друзья. Вот такие, дорогие друзья, каналы везде в Санкт-Петербурге. Здесь их очень много, вода грязная, вонючая, пахнет примесью чего-то неприятного. Сероводородом пахнет, дорогие друзья. Возможно, именно в эти каналы поступают сливы из этих красивых домов. Вот. Ну и, конечно же, туристы любят кататься вот на этих лодочках по этим сероводородным каналам. Мы, конечно, плавать не будем, а мы сейчас попробуем все-таки, дорогие друзья, подняться на Исаакиевский собор и посмотреть сверху на вид Санкт-Петербурга. Хотя в Вологде башня, на которой мы поднимались, в собор... Ну ничего, дорогие друзья, сейчас мы ее подперем. Вот, вот. Поле было выше, чем здесь, в разы. Не факт. Сейчас, дорогие друзья, мы поднимаемся на вершину Исаакиевского собора, на колоннаду, так называемую. Экскурсия стоит 200 рублей подъем. И мы просто поднимаемся вот, так, вот по такой закрученной винтовой лестнице. Дорогие друзья, тут толстые люди не пролезут, только такие, как мы, худые и маленькие. Итак, мы вышли на первую площадку. Сейчас поднимаемся еще выше. Дорогие друзья, мы с вами осмотрели Исаакиевский собор. Здесь с противоположной стороны его находится небольшой детский парк. И вот в той стороне находится всем известный конь, на котором сидит Петр Первый, а под ним огромный камень, который перли мужики из соседних деревень очень долго. Вот, напрягали свои мускулы, чтобы вытащить его, поставить сюда, ублажить своего царька, так сказать. Вот. Мы туда не пойдем, а пойдем сейчас в парк.
посидим и запьем вкусного шиповникового чайку.